Ее работа – помогать людям. Людям, которые не могут позаботиться о себе, которые остались одни, для которых социальный работник не просто представитель государственного учреждения, а член семьи. Светлана Черныш вот уже 18 лет обслуживает своих подопечных, которых на сегодняшний день 10 человек. Она хорошо знает возрастные и психологические особенности пожилых людей, состояние здоровья и индивидуальные потребности. Она приносит им продукты питания, кормит, моет, делает уборку, разговаривает, оказывает внимание, которого они лишены. Ну, яблочко натру, бананчик порежу. Хорошо? Все, тогда продукты туда понесу. Только в этом году Светланой Александровной оказано 6950 услуг. В своей работе она делает акцент на реабилитационные мероприятия с последующей адаптацией инвалидов в обществе, помогает гражданам в соответствии с индивидуальной программой. Ну, это помогает пожилым людям. Чаще всего бывает одиноким, но кто, у кого дети есть, но они не могут постоянно находиться со своими родителями. Это доставка продуктов в первую очередь. Ну, потом кормление у многих, кто сам не может себе готовить, приготовление пищи, ну, там, капли закапываем, уколы, если кому-то нужно сделать. Сами же подопечные относятся к ней с большой любовью и благодарностью. Так, вот уже 12 лет Светлана помогает Лиле Корниловой. Женщина не может сдержать слез, когда говорит о том, как нуждается в помощи и поддержке социального работника. Ну, я мнительная, она знает меня уже вот и до. Вот. Мне все время я ее как врача, она мне укол ставит, ну вот, и в глаза капает, ну в общем всего хватает. Работа тяжелая и ответственная, но благодарность со стороны людей, которые оказались в такой тяжелой ситуации, для Светланы высшая награда. Василий Малухин, Ульяна Чепал, Александр Киселев, Лидия Кагородцева, информационное агентство Курган.ру.